Ну и тогда продолжим мы уже прогулку здесь по Мирабадскому району. Рядом сравнительно с 110-й школой, вот такой уютный дворик. Вот, мазантное здание с другой стороны. Довольно-таки зеленый город, все-таки очень много зелени. Хорошо, но сейчас многие деревья вырубают, все не есть хорошо. К сожалению, цивилизация требует жертв. Или же все-таки требует нормальных умов, чтобы избегать этих. Но это опять же не наше дело. Наше дело правое. Люди смотрят. У нас кафе Хаб. Идут многие в кафе Хаб. Кто-то там. Пойдем мы. Так, это у нас 15А Афросьёб Кучаси. Улица Афросьёб. 15. Что у нас здесь есть? Это у нас улица. Так вот. Здесь как-то не очень интересно. Отметим один удивительный факт. Все хотел поделиться. У них при строительстве в Узбекистане, в Ташкенте, я не знаю, как и в других городах, но вот используются такие строительные леса. Это непонятно, что это такое, чего это все. Вот они. Подпорки из дерева. Кстати, как-то все проходит. Все падает. Такие вот хитроумные изобретения. Снимаю. Просто снимаю, как турист. Здрасте. Как турист? Ну, конечно. А что здесь строят? Не знаю. Вроде гостиницы, что-то. Очень интересная конструкция такая, деревяшками подпорки. А вы не здесь, что-то? Нет. Гостиница вроде. Гостиница? Вот сейчас очень много гостиниц строят. Ну, туристов много. Сейчас вам дам. Видите, у нас мнение. Это общее сейчас. А, бизнес. Вот. Это общее. Ну, вот это общее. Это общее. Значит, гостиница будет. Интересно, много гостиниц строится. Ну это же лучше. Да? Может, чтобы кто-то заселял? Ладно, всего доброго. До свидания. Ну вот, поговорили мы, не знаю, с представителем застройщика. Вот, не знаю, это все, конечно, интересно, но вот постоянно приходится давать визитки. Благо, их у меня много. Чтобы люди понимали, что у меня нет злого умысла. Ну вот. Так что спасибо за будущую гостиницу. Приедем, будем жить. Все, тут уже не лица приятная ситуация. Все, спасибо.